Сегодня назвали победителей конкурса именных стипендий от компании «Шериф». Стипендиаты будут получать по 150 долларов в рублевом эквиваленте каждый месяц в течение семестра. За 12 лет существования проекта «Именную стипендию» получили 1800 студентов. Кто и за что заслужил стипендию, расскажет Дарья Булига. Мы рады приветствовать вас на церемонии награждения победителей проекта «Именные стипендии» компании «Шериф». Вот они, лучшие молодые люди республики. Сегодняшний вечер для них особенный. Сегодня их поздравили и вручили дипломы, где написано «Именной стипендиат». За отличную учебу, таланты и мечты, которые они хотят воплотить в реальность, компания «Шериф» поощряет студентов. Главное, хотелось бы, чтобы вы даже в наше непростое время почувствовали, как вы нужны нашему государству. Сегодня Приднестровье переживает непростые политические времена. Много социально-гуманитарных и экономических проблем. Но мы верим и стремимся в лучшее будущее Приднестровья. А будущее Приднестровья – это вы. Уверена, что многим и самим хочется жить в красивой стране, реализовывать свои мечты и творить здесь, чтобы жизнь сделать лучше для себя, для своих близких, для всех приднестровцев. 150 долларов в рублевом эквиваленте – столько получает именной стипендиат каждый месяц на протяжении всего семестра. За 5 месяцев – это 750 долларов. Согласитесь, это немало для реализации давней мечты. Можно потратить на обучение. Обязательного условия нет. Главное, чтобы студентам было легче развиваться и творить. Некоторые уже не первый раз становятся стипендиатами. Я уже получаю стипендию «Шериф» в третий раз. И я как раз-таки тот человек, который хочет все везде. И всегда благодаря стипендии «Шерифа» я прошла огромное количество курсов, вебинаров, подтянула немножко свой уровень английского языка, купила себе персональный компьютер, поэтому очень благодарна стипендии «Шериф». За 12 лет существования проекта именную стипендию получили 1800 студентов. Сегодня на праздник приехал один из бывших стипендиатов, пианист Штефан Мунтян. Он рассказал, что свою первую стипендию потратил на участие в международном конкурсе. Это и стало отправной точкой в мир искусства. Штефан поздравил очередных обладателей именных стипендий. Желаю творить, любить свои мечты, реализовывать все свои мечты, дерзать, обучаться, не бояться мечтать, и все будет у вас замечательно. Все годы существования проекта именных стипендий постоянным партнером остается Агропромбанк. Сегодня представитель АПБ тоже поздравил стипендиатов. Компания «Шериф» инвестировала почти 1,5 миллиона долларов в том, чтобы дать вам крылья дополнительные, дать вам какие-то новые возможности. А я хочу дополнить, потому что если бы это остановилось и не имело продолжения, наверное, это бы не имело такого эффекта. Все эти студенты – активные молодые люди, которые успевают ходить на пары, работать, развиваться самим и помогать республике. Это возможно, и именно этим студенты делились с приемной комиссией на собеседование. Через нее проходят сотни студентов, но именно эти заинтересовали и привлекли внимание. И компания «Шериф» выбрала их своими именными стипендиатами. Дарья Булига, Данила Кузьменко, ТСВ.